10 огород 1975 года, Израиль. На реверсе по кругу вдоль канта рельефная четырехугольная рамка. В центре прописан номинал монеты, число 10. Под ним надпись на иврите «Огород». Ниже на иврите указан год выпуска по еврейскому календарю 5735. На аверсе по кругу вдоль канта четырехугольная рамка. В центре финиковое пальмовое дерево. Слева название страны на арабском. Внизу название страны на иврите. Гурт гладкий. Монета из алюминиевой бронзы весом 4,3 грамма, диаметром 21,5 мм, толщиной 1,73 мм чеканилась на Иерусалимском монетном дворе, Израиль, тиражом 25 миллионов 135 тысяч штук. Дизайнеры монеты аверс Герт Ротшильд и Зея Флипман, реверс Габриэль Шамир и Максим Шамир. Средняя цена 40 рублей.